мама, невзирая ни на что, поддержит тебя в любых хороших начинаниях, а иногда и выручит в трудную минуту. Слова благодарности и любви, добрые пожелания звучали со сцены концертного комплекса «Современник». Для мам подготовили праздничный концерт с участием творческих коллективов области. От имени правительства виновницы торжества поздравил глава кабинета министров Владимир Разумков. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Сердечно благодарю за ваш непростой, хоть и приятный, каждодневный труд. Недаром говорят, что материнство – это работа без выходных и отпусков. На празднике чествовали матерей, принимающих активное участие в жизни региона, многодетных, а также мам, участников специальной военной операции. Родительницы были удостоены благодарственными письмами и почетными знаками. Кроме того, подвели итоги конкурса «Мама года». Мы подбираем самых активных матерей. В конкурсе у нас 5 номинаций. Это «Мама преодоления», «Мама бизнес», «Творческая мама», «Многодетная мама» и «Мама, которая находится в самом начале пути». Ольга Лохтачева – мама троих детей. Ее чадо занимается и спортом, и творчеством. Ольга успешно совмещает роль мамы и бизнес-вумен. В этом году героиня набралась смелости и приняла участие в конкурсе в номинации «Бизнес-мама». Я тоже набралась смелости, подготовила портфолио и решила принять участие. Но в основном из-за того, что у меня дети, и я хочу быть примером для них, чтобы они гордились мной. Победителей конкурса «Мама года» наградили грамотами и памятными подарками. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.